Ритуалы на зимнее солнцестояние на пламя к Спиридону солнцеворот. Первый вариант – на заветное желание на цветы. Возьмите желтые или оранжевые цветы и сожгите их на огне из веток и сказать: Спиридон солнцеворот – это жизнь и красота в дар тебе. Тебе огонь развожу, тебя прославляю и тебе красоту в дар приношу. В зимнее солнцестояние, как солнце вверх повернешь, так и желание мое замкни и поверни, и доведи до исполнения, тебя прошу и заклинаю. И рассказать свое желание в деталях, оно исполнится. Делать ритуал до солнцестояния за один день и один день после, или в самый пик, само солнцестояние. В полдень, если в момент солнцестояния, то в любое время суток. Ну, если у вас солнцестояние ночью, ну, значит, ночью делаем, там уже время не играет. Если оно днем, значит, делаем именно в тот момент, когда оно днем. Если оно ночью вы не делаете, значит, делаете к полудню. Тот момент, когда солнце имеет наибольшую силу и наибольшую яркость. Это горят желтые герберы. Он любит очень желтый цвет, потом оранжевый, но вообще его основной цвет это желтый. В общем-то, это золотой цвет его солнца, но он очень быстро поворачивает любое дело, поэтому обращайтесь. Это жертва жизнью, той жизнью, которая ему больше всего нравится. Это они принимают всегда. Хлеб, вино. Это все тоже у него входит, сладкое. То же самое, что у любых богов, но все они очень любят костер из цветов. Это для них, чтобы повернулось. Пришло в нашу жизнь хорошую, хорошее и ушло плохое. Вот мы делаем такой ритуал. Не прилагайте свои просьбы.